Ну, интересно получается передача, да? Едва ли гол. Значит, штрафной. Удар! И сравнивает. Центральный защитник отправляет мяч вперед. Он номер 17. Дальний удар, но он получается. Номер 17, перевод налево. Удар, отбивает мяч вратарь. Удар. Не точно, мяч проходит. Номер 17. Уже штрафной, удар, отбивает мяч вратарь. Так, номер 14 сделает передачу штрафную, удар, и мяч в сетке ворот. Мяч набрал в фланге, передачу в центр. Номер 18 играет направо. Удар, и мяч достается в руки вратарю. Номер 6 мячом. Передача налево. Удар, отбивает мяч вратарю. Номер 17! Вот это зарядил! И ответная контратака Оленин с Бендом. По штрафную. Удар! И мяч в штангу попадает. Мяч центрального защитника. Пас вперед. Удар, но мяч проходит рядом со штангой. Его накрывают, но... Ленин с Бента остается с мячом, номер 77. Удар, но мяч приходит точно. Играет центр, неплохая комбинация. Ну и удар, поворотом с тоска, и Ангур забивает четвертый. Номер 13 мячом его накрывает, и вот может быть опасный момент. Удар не за мной, нет. Это абсолютно не опасно. Подающий, поэтому, возможно, он хотел сбросить скорость, так сказать, прицелиться, но возможности для этого не было. А вот ответ на атаку Ангушта. И Ангушт как сейчас? Не... Так, центральный защитник делал заброс вперед. Так, мяч штрафной, и может забивать, и Ленин с Бенд забивает. Номер 6 мячом. Прострел. Удар. А вот и пятый мяч. Удар. Его накрывают. Удар шестого номера за штрафной, но получается отворот. Мяч на левом фланге. Удар низом рядом. Перехват Ангушта и сразу же ответная атака, номер 17. Мяч под правой, удар низом, отбивает мяч вратарь. Ну и пас вперед по флангу, номер 9. Удар! И Ангуш забивает шестой мяч. Номер 9. Играет направо, номер 6. И нужно забивать удар. Нет, вратарь. Вот, так сказать. Момент опасный, номер 9. Удар, его накрывают. Удар 13 номера достаточно плотным. Отдача, удар головой выше. Выше ворот мяч. Собрал фланге, прострел. Удар с разворота и мяч в сетке ворот. Номер 14 мячом играет направо. Удар. А в одну косу. Номер 14 так обхитрил защитника. Удар. И... Да, действительно, вот если взять
Номер 17 мячом. Играет на правый удар, но мяч проходит выше ворот. Длинный пас вперед. Номер 7. Уже штрафной удар. И вратарь на месте. Мяч на левом фланге. Номер 17. Передача в центр. Ну и можно бить. Удар. Ангур забивает 8-й мяч. Так, удар. И Линс Бен все-таки один мяч отыгрывает. С мячом Ангуш, номер 17. Находит центр. По штрафной удар. Ну и мяч. Подача, удар. Не точно. С острыми крыльями. По сути, эта игра абсолютно ничего не решает. Так вот момент, и Линс Бен еще один мяч отыгрывает. Уже 8-4. Так, удар центра поля сразу же после роды. Мяч на левом фланге. Удар отбивает мяч вратарь. А так, через правый фланг. Номер 17 мячом. Дальний удар, и вратарь все-таки. Так, мяч штрафной, номер 7, удар, и уже 5-й мяч под контролем. Передача в центр, номер 17. Играет мяч под левый, удар по центру. Не удалось с лета пробить сразу же. Переход Ангушта, и ситуация 3 в 3. Передача налево, удар, и Ангуш забивает 9-й мяч. Так, прострел низом, удар. А, вратарь. Буквально на линии. Так, удар с разворота. Еще удар мимо. Так, номер 17 мячом. Перевод направо, номер 6. Удар.